Всем привет, с вами Дедушка, и это первый взгляд на игру Марио, Супер Марио Брос 1985 года, первая, которая вышла на консоль Дэнди, и сейчас мы в нее будем играть. У меня эмулятор Дэнди. На компик. Нифига себе, я прыгаю. Я прыгаю, как русская. Человечина. Сделаем сейф. Кто не играл в это Марио, поиграйте, ссылка на скачивание будет в описании. Думаю, многие уже это играли, особенно взрослые люди, уже каждый наверняка в это играл. Так как? Чё звук так увеличился? Это просто музон 20 века. Он мне очень нравится. 400 очков. Прыгнул как смог, пацаны. Пацаны. Только меня в этом эмуляторе не радует, что экран. У меня игра на весь экран. И FPS где-то, ну, может быть, очень большая, короче. С экраном старых телефонов. Я про свой цветок. В принципе, в Марио так и должно быть. Это вообще жесть, а не игра. В такую игру надо всем играть, взрослым и детям. Это я говорю, как? Не в шутку, а в реальную мысль свою. Смотрите, как я его. А его тем более. Так, тут надо соединиться. Я тут недавно уже пробовал заснять, но у меня был лаг. Я случайно выбрал не тот режим съемки, не смог нормально закончить. О, мы прошли уровень, даже ни разу не сдох. Хотя, когда я снимал в первый раз, пробовал. Я сдох 6 раз, или больше. Точно не уверен, но примерно где-то 6 раз. А здесь мы уже дошли до третьего уровня. До него я максимум здесь доходил сегодня. И не сдохли ни разу, ни одного раза. Ну, я даже себе такое представить не мог. О, какая умная черепаха. А вы тупые. Черепаха умная, вы тупые. Оп, монетки. Блин, я сохранился хоть где-нибудь? Ну да. Очень близко, конечно, я сохранился, но... Как всегда, 400 очков. Идем сюда. Флажок выдвинул свой Марио флажок. Так, вот тут мы с вами сохранимся, чтобы лишний раз не прыгать. Умная черепаха не полезет в бой. Но умрет она достойно. Так, она умная, а вы, тупицы, умрете недостойно. Оп.
1000 очков и сейв плюс. Я не могу до тут достать, но поэтому ладно. О, летучая черепаха. И тупица. Оп. Мне нравится в свободное время играть в игры Марио. Особенно нравилось играть в Мэйм с Марио. Как он меня тогда разбесил. Мы вернулись на сейф. Ссылка на скачивание. Я уже повторяю, что ссылка на скачивание этой игры будет в описании. В описании под видео. Там вы можете скачать и поиграть сами на эмуляторе Денди. Лицензрить данное творение разработчиков этой игры. Я не знаю, кто это сделал. Ну, точно не Ubisoft и не Microsoft. Ну и прочие создатели игр 21 века. Хотя некоторые эти разработчики еще выпускали игры до 21 века. Оп. Тут надо сделать сейф. Ха-ха-ха, у нас тут сейф. Блин, даже такое гладкое прохождение нам не помогло. Даже сейчас мы немного ступили с вами. Даже сейчас мы с вами немного ступили. Вот сейчас мы не ступим. Как сделаем тут сейф? Пробежимся, ударим этого. И пройдем третий уровень. У нас уже стейдж. О, босс, тут будет босс, тут будет босс, я уверен. Блин, я ж не сохранился. Ладно, тут дойти совсем немного, надо. Так, перед боссом сейчас сохранимся. Мы должны быть в полных прибамбасах после боссов. Я уже закончу свой, так сказать, летсплей по игре Марио. Первый взгляд, первое мнение об этой игре. И скажу оценку этой игре. О! Фига себе, я ну... Да те уровни были херней по сравнению с этим. Это ж жесть. Это можно как-нибудь расстрелить? Прыжок, прыжок, F5. Теперь буду нажимать F5 каждые 5 секунд и F7, чтобы вернуться. Опа, тут я сделал неправильно. Так, я понял, как тут надо. О, нет, я случайно зарано это все начал делать. И опять же зарано. И опять же зарано. Опять. Босс. А тут надо... Ага, я понял, как сделать. Блин, мы вернулись случайно сюда. Это что за херня полетела? Даже до меня не может дотронуться. Фак. Это что? Не-не-не-не-не. Это кто? Это босс? Ах ты фак, недоделанный. Мне нельзя на панцирь садиться. А там сзади из него какой-то топор. Я сейчас до него дойду. О, тут есть что-то. Тут есть нычки. Давай, как будешь стрелять в этот раз? Ах ты сволочь, я думал, ты подпрыгнешь, и я по-бырому прилечу туда.
Ну ладно, умничка. Так, мы просрали все, я еще и случайно сохранился. Факинг босс. Я что, на смерти сохранился? Ладно, на этом мы закончим. С вами был Дедушка, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И тогда видео будут выходить как-нибудь, вот именно как-нибудь. А тогда видео будет более интереснее. Да, я очень рад, что вы смотрите наш канал. Да, ладно, не буду строить из себя какого-то лоха, а просто скажу вам всем удачи, пока.